Итак, друзья, всем привет, Топака Лазер на связи, это наш самый быстрый обзор станка 16-10, погнали! Воу-воу-воу-воу, ладно, не так быстро, хорошо, давайте еще раз и чуть помедленнее. Станок GRAY 16-10, ознакомительное видео или краткий обзор. Станок 16-10 имеет довольно крупные габариты, и поэтому уместить его в маленьком гараже будет не очень удобно. У станка есть ножки, регулирующие высоту, и колесики. Все непотребства этот станок устраивает под контролем управляющей платы Руида 6445S. Впереди у нас миллиамперметр, кнопка аварийной остановки, кнопка включения лазера, кнопка вверх, кнопка вниз. Это для подъема стола. Справа у нас два USB для подключения флешки и подключения компьютера, также Ethernet-кабель для подсоединения компьютера по локальной сети, кнопка включения розеток и кнопка света. Включим свет. И со светом рассмотрим 15-мм надежный рельсы PMI. Красную спортивную лазерную голову со всеми настройками. Индукционный датчик, редуктор с двигателем 57 серии. На задней оси у нас такой двигатель 57 серии, две антивибрационные муфты, подшипник и вал. Стоит переместиться назад. Сзади мы имеем три розетки, автомат, подключение заземления, воздух и питание. Справа подключение воды, вход и выход. По центру подключение вытяжки. Откроем трубку. Сзади у нас 150-ваттная трубка RECW6 и металлический датчик потока. Ну и на этом... Что это? А, это купол, обиделся, что мы о нем ничего не сказали. Сюда сбрасывается мусор. И на этом все. До скорых встреч!